На этой неделе стартовали соревнования по футболу на Кубок Тверского вагоностроительного завода. Традиционный турнир, посвященный Дню машиностроителей, проводится спортивным клубом «Планета» при поддержке Тверского регионального отделения «Союз МАШ России». Главное – это привлечение наших работников завода к занятию спортом, укрепление их здоровья и поддержание здорового образа жизни. К участию в турнире заявилось 9 команд цехов и подразделений Тверского вагоностроительного завода. Игры проводятся по кубковой системе, то есть на вылет. Однако проигравшие получат возможность провести еще утешительные игры и завоевать поощрительные призы. Ну, конечно, все настраиваются только на максимальный результат. Всегда на победу, конечно, чтобы победить. Стараемся так настраиваться. Матчи открытия на забруном газоне стадиона «Планета» встретились команды цеха сварки металлоконструкции в синей форме и ремонта инструментального производства в белых футболках. Почти все игроки вышли на поле после окончания рабочей смены. Тем не менее, после удара по мячу от усталости не осталось и следа. Соперники с азартом и энергией атаковали ворота друг друга и в первом тайме забили 3 мяча. Счет у нас 2-1 в пользу команды «Центросвара», но никто не знает, какой счет будет по итогам этого матча. Поэтому силы-то все равны. Мяч круглый. Будем надеяться, что команда покажет себя во втором тайме. Ожидания болельщиков и специалистов оправдались в полной мере. Во втором тайме команды показали еще более зрелищный и результативный футбол. За 40 минут были забиты 4 мяча. Итоговый счет 5-2 в пользу цеха сварки металлоконструкций. Серьезная подготовка принесла закономерный результат. Мы, во-первых, организовали тренировки регулярные своей команды. Наш начальник цеха Владимир Михайлович помог нам договориться об аренде площадки. И постепенно мы состав свой смогли скомпоновать. Дали нам эти тренировки очень многое. Вот. Кроме того, мы участвуем во всех соревнованиях, которые проводятся на ТВЗ. Вот. И привлекаем новых игроков. Поэтому конкуренция высокая в составе. Завершится розыгрыш Кубка Тверского вагоностроительного завода в пятницу 24 сентября, как раз накануне Дня машиностроителя. Победители, призеры, практически все участники получат в преддверии профессионального праздника заслуженные награды и призы. Лучшие игроки войдут в сборную завода, которая в октябре постарается отстоять звание сильнейшей футбольной команды «Трансмашхолдинга».